знаю. Здорово. Класс. Класс, да. Привет. Здравствуйте. Как дела ваши? Ничего хорошего. Ничего хорошего? А чё так? Что случилось-то в Белгородской области, что у вас настолько всё нехорошо? Война. Да ладно. В Белгородской области война? Да, по всей России. О май гад. А что случилось-то? Не по... Прям вообще вы откровение какое-то для меня. Как... Что у вас? Военное противостояние вашей великой РФ? Случилось, что дебила мы. Вот что случилось. Вау. Слушайте, вы в прям... Своем. Вы прям за 55 минут и 10 секунд моего нахождения в чат-рулетке прям откровение для меня. Так, давайте начнем сначала. Здравствуйте. Меня зовут Гавриил, я живу в Киеве. Вас как зовут? Степан Белгород. Степан Белгород. Белгород. Ну, не важно, я вас прошу. Даже если вы сказали бы Воркута, Владивосток или Пермь, я не знаю, или там Владикавказ, я бы не проверил. Вопрос не в этом. Что у вас настолько происходит, что вы настолько нерадостны сегодня? Давайте, во-первых, без матов, плиз. Хорошо. Да. Полный бред. Я сначала думал, это виновато наше правительство, власти. Но оказывается, нет. Это и народ в том числе все это хавает, поддерживает. И, ну, вся страна виновата. Что мы вместо того, чтобы, там, не знаю, развивать промышленность, там, медикам там зарплаты достойные, учителям сделать, пенсионерам на крайняк пенсию обеспечить. Вместо этого мы миллиарды сжигаем на ракеты, танки, самолеты. Блин, так вы и так вот делаете? Не укладывается в голове. И самое главное, что львиная доля моего окружения, вот коллеги по работе, там знакомые, они все вот это вот хлопают в ладоши и говорят, да, так и надо. Вот это вот, но... что-то мне не состыковывается. Ну так вы этим занимаетесь уже с 92 или 93 года. Что именно сейчас вас так поражает из того, что вы сейчас делаете, что вы прям мое окружение? Ну вы это делаете уже. В 93 году мне было там 5-6 лет, поэтому я еще, сами понимаете, я не задумывался. Вот. И лишь задумался только, наверное, в 9 году. Ага. 9-10. Пошло постепенно вот это вот осознание. Сейчас это вот в феврале месяц этого года. Это, ну, все, это финиш. А в 14-м что было? Честно сказать, в 14-м, первые, наверное, полгода, я, вот не поверите, так же, как вот эта вся основная масса, там, хлопал ладоши. Потом, ну, типа, слава богу, к нам добавили земли. Не, ну, знаете, я вот, не поверите, вот до 14-го года я был в Крыму, после 14-го за этот 8-летний период ни разу и не был. И, ну, по своим каким-то там принципам. Угу. За полгода, за год, наверное, до 15 года у меня просто сознание перевернулось. Знаете, как вот 4 или 5 стадий признания. Там отрицание, потом... Да, да, да. Принятие и все остальное, да. И вот как раз у меня вот этот период прошел, и я ужаснулся. Ну, что мы творим? Вы, наверное, понимаете... Самый пик, наверное, 18-й год стал. Это вот просто все для меня... Это финиш. Ага. Я думаю, что, скорее всего, вы являетесь тем 6% количеством населения, которое понимает, что их в очередной раз обманули. Не просто обманули, а... Как обычно. Не-не-не. Как обычно, это всегда. Это все понимают. Практически 70% населения РФ понимает, но прощает. Но... Знаете, когда вот эти 3-5% понимают, что их обманули, не просто... Вы понимаете, у меня ощущение, что у вас украли величие. Да,
у нас все украли. Нет, не все. Нет, у вас изначально в принципе ни хера не было. У вас было внутреннее величие какой-то великодержавности. Но в определенный момент малое количество людей понимает, что у них и это украли. Не просто украли, типа хоп, забрали и убрали. Ну, типа, а обманули. То есть не дали хотя бы малую веру в того, что мы есть, ну, в данной ситуации вы, я, ну, я вас не люблю от мала до велика, от Калининграда до Владивостока, но вопрос не в этом. Ну, вас, ну, вас вообще просто тупо наебали, извините за мат. Потому что в стране, в которой есть все, нефть, газ, алмазы, практически любые углеводороды, и вдруг какая-то маленькая страна рядом решила пойти в другой геополитический союз, и вы напали на нее и убиваете тысячами людей. Ради чего? Ради того, чтобы она не пошла в этот геополитический союз, а мы в любом случае пойдем. Потому что на данный момент, на вчерашнее число, все так называемые члены, представители НАТО изъявили стопроцентную гарантию вступления Украины в НАТО после окончания военного противостояния с РФ. Ну блин. Да. Я... Просто... А скажите мне, пожалуйста, такой вопрос. Окружение ваше, те, которые вот эти с фломастером на лбу в виде зетов бегает, они не понимают, что санкции вести тяжело, а снять их практически нереально? Ничего не понимают вообще, бесполезно. А расскажите мне, как вообще это все происходит? Кто-то, знаете, ну просто прям, ну, тупо верит телевизору, говорит, да, вот ну, все, что говорят, тупо верит. Другие немножко задумываются и даже, может быть, понимают, что что-то не так, но все равно говорят, ну как так, взять и свою страну предать, как так, вот наши ж пацаны там гибнут, я ж не могу свою родину бросить. А за что они гибнут? Вы задавали такой вопрос? Да и задавали, они говорят, это не важно, потом разберемся. Сначала разберемся, потом разберемся. Но это же жизни. Один, два, пять, сто, тысяча, миллион, я не знаю, миллиард. Но это же жизни, это чьи-то сыновья, братья, отцы. Ну блин, как же так? Конечно, ну плевать. Все неправы, и те неправы, и наши неправы, мы согласны. Но надо же свою страну поддерживать. Ну, свою страну поддерживать же в чем-то надо. Кстати, а вопрос такой, а как вам новости о прошедших письмах, ну, которые вот эти письма, которые пришли в посольство, например, в той же Испании, со взрывчаткой? А, так я сейчас, кстати, видел, там, да не только в Испании, там много где, да, пришло? Ну да. Слушайте, просто я, странно. Что-то интересное, нужно подробнее разобраться. Я только лишь вкратце видел, что во многие странных посольства пришли вот эти письма. При странном стечении обстоятельств пришли в те посольства, которые поддерживают Украину. Ну, какая-то провокация, наверное. А может быть, действительно... Если провокация... Давайте просто смоделируем с вами. Мне просто будет даже интересно. Если это провокация, кому она удобна? Кому она, ну, как бы интересна? Я вас подвигаю. Чисто теоретически. Да. Да? Кому это на руку будет, да, действительно, еще лишнюю злобу там. Ну вот в данный момент я могу и 50% и Украине это выгодно, да, так сказать, провоцировать могу. Естественно. А смысл Украине? И тут вам следом посылочки. И в то же время, могу сказать, и для России выгодно. Давайте к Украине. А чтобы наши же обвинили вас, якобы. Вот видите, это украинцы провокацию делают. Не знаю, тут такая фигня, что я уже не знаю, чем верить. Просто большинство стран признало вас страной, спонсором терроризма. Ну, как вы думаете, чем это отразится на дальнейшей экономической составляющей РФ? Ну, изоляция полная экономическая. Ничего страшного. Просто у меня ощущение, что это методы КГБ, которые были в СССР.
Знаете, такой типа мелкая подлянка, прислать там, типа кто-то открыл, но бахнуло, там какое-то определенное количество человек погибло. Типа, ну Ну и и что что? ж не бахнуло, правильно? Ну вы же читали про посылку в Мадрид? Человеку пришли, ну, в посольство принесли посылку. Ну, типа, доставка. Он ее взял, что-то, образно говоря, в голове ёкнуло, что вот, ну, ощущение чего-то не того. Он взял ее, это письмо, назовем это так, вышел на улицу и только там вскрыл. Ну, то есть пострадал он один, оно взорвалось. Много, мало, не скажу. Но оно не взорвалось в помещении, он вышел как бы на улицу. То есть сработало внутреннее, ну, предостережение, скажем так. Ну просто знаете, это вот серьезно, если бы там большинство всех вот так открыли бы, там пострадали послы. Ну, понимаете, это смертный приговор России, уж точно был. А сейчас что Я не происходит? думаю, что он настолько у нас. Ну, у нас дебилы, согласен, но не настолько, мне кажется. Смотрите, там в Испании два работника в больнице сейчас. Вот насколько я не был бы против моего правительства и моего народа, но поверьте, что-то мне кажется, какой-то подвох здесь. Вот, Ну хорошо, давайте выбросим на данный момент, например, взрывы в других странах. Но неужели заявление о том, что мы проиграть не можем, а на этапе, когда мы поймем, что мы, скорее всего, уже полностью проиграли, мы применим ядерное оружие, не является ли это, ну, полным, ну, дебилизмом, скажем так? Ну, типа, блин, всех в ядерную труху. Ну, опять же, заявляли кто? Всякие вот эти шоумены там? Нет. Или официальные власти? Официально, ваша, ваши официальные власти заявили. Плюс на центральных телеканалах. Ну, какие-то там в ваше верховное, ну, не Верховная Рада, а как у вас называется? Пресс-секретарь, президент или... Не, пресс-секретарь не может заявить, президент не может заявить, Лавров не может заявить, министр, Песков не может заявить. Они не те, которые могут... у вас заявляют так называемые говорящие головы. Песков... Это же говорящие головы, вы же прекрасно понимаете. Да, они озвучивают то, что не может озвучить официально ваша официальная власть. Это Симонян, это Соловьев, это какие-то депутаты в вашей думе. Вот они озвучивают. Мы не можем проиграть, нужно бить по принятию решений ядерными там. Это говорилки просто. Это не говорилки. Не больше. Ну и слава богу, если так, то так. Ладно, возможно, вы хотите какой-либо вопрос мне задать? Насколько я так понял по вашему поведению, вы стрим ведете или что-то у вас какой-то? Прямой эфир. Когда он на Ютубе? Могу я как-то... Прямо сейчас он идет. Скажете? Нет. Найти? Ну ладно. Облом. Вы, вы в чем? Ну, для чего? Да просто посмотреть, интересно. Чтобы что? Просто посмотреть, послушать вас. Как вы с другими людьми общаетесь? А, я матюкаюсь страшно. А, меня просили, точнее, матюкаться, а сами... Не, ну вы, слушайте, вы на самом деле светлый человек, мне интересно было с вами говорить без употребления ненормативной лексики, серьезно. Я, кстати, с Vox Veritatis общался. С кем? Может, еще месяц. Ну, такой преподаватель в университете Vox Veritatis, у него канал. А. Ну, может, вам сейчас подписчики напишут, может, знают. Смотрите, сделаем проще. У вас телефон есть в руках? Ну вот, я с ним общаюсь. А справа от вас это компьютер? Вводите, открывайте YouTube. Открыт? Да, YouTube. Угу. Открыли? Да-да, слушаю. Вводите «Хунта Киев». Что-то все знакомое. Ну да, блин, как-то так. А, то Одесская комната. А, ну, то Игорь Вадимович, не. Мне до него еще расти и расти. 11800 у вас, да? Ой, мало. А, вообще. Я нашел, да. Да, Хунта Киев Лайв. Заходите на прямой эфир, единственное, что звук. Выключите. А, у вас Лайв, это второй канал Лайв? Не, ну там пару каналов. Хунта Киев Лайв. Нашел. А, ну
тогда все, тогда. Прямой эфир, включайте, посмотрите на себя. Ну ладно, спасибо за что. Да что ладно-то, донат-то уже можно и бросить. Брошу. Не, прям сейчас. У вас вообще, вообще никто ничего не бросил, да? Как же не бросил? Мы его вчера только сняли. Да, ну хорошо. Все равно. Так, не-не-не, давайте. Там есть .ru. Ваш внутренний русский донат. Нет, онлайн я не буду скидывать, сами понимаете. Нет, я вам расстрою его. Даже не расстрою, а рассмешу. Там есть международный донат, куда я не рекомендую и россиянам что-либо. А есть внутренний российский донат, который заканчивается на .ru. Это ваш внутренний донат. Страшно, да? Я понял. Блин, я как страшно. Я ничего вам не скину. Окей. Вот. Все, было приятно с вами поговорить о погоде, о грибах и о, блин, я не знаю, о морских прогулках. Да. Все, вам... До свидания. Да, спасибо, всего самого хорошего. Всего хорошего. Да, давайте. Прекрасный молодой человек. Замечательный и удивительный. Ну что, давайте еще немножко пробежимся. Под окончание нашего стрима пару человечков, пару людей поговорим обязательно. Было бы очень приятно, если бы еще какое-то количество людей было такое же приятное, как этот молодой человек, который был. Такой хороший. Привет. Привет. Как дела? Как дела? Боже, я сам себя слышу.